Сейчас полицейские проводят рейды в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход». Правонарушителям выписывают штрафы и проводят профилактические беседы. Но ситуация от этого кардинально не меняется. Только за январь 2018 года произошло 11 ДТП с участием пешеходов. Два человека погибли, еще 11 получили ранения. Наезды на пешеходов составляют около 30% от общего числа всех совершающихся ДТП. Сегодня второй день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход», который проходит на территории именно нашей области в связи с наездами на пешеходов, потому что участились наезды на территории города Уральска. Только за один день силами УВД города Уральска было составлено 90 административных протоколов по статье 615 за переход проезжей части в неустановленном месте в непосредственной близости перед проезжающим транспортным средством. Между тем, в городе запланировано возведение двух надземных пешеходных переходов. Первый должен расположиться в районе рынка «Золотая чаша» по улице Шолохова, другой – в районе Новой городской площади. Но пока эти проекты не реализованы. По надземному пешеходному переходу у нас список имеется. Первоначально мы хотели установить его на улице Шолохова и в районе Новой площади. В прошлом году мы объявили конкурс, но, к сожалению, дважды проводили конкурс. Из потенциальных поставщиков никто желаний не выявил. Выяснилось, что на разработку ПСД для одного надземного пешеходного перехода из бюджета выделили меньше 1,5 миллиона тенге. Проектировщики все как один отказались, заявив, что данная работа стоит куда больше. Роман Копняев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42.